София Ротару! Встречаем! Душа холодным снегом, под небом горизонт подвел черту. Два самых близких в мире человека ночами обнимают пустоту. И нас набит от нежности и грусти, и окна, как осколки тишины. Мы ангелов-хранителей отпустим, они теперь нам больше не нужны. Глаза в глаза нечаянно, душа к душе отчаянно, и до утра не гаснет в окнах свет. Всего одно мгновение, двух душ прикосновение, но на двоих всегда один билет. Надломится испуганная ветка, на землю ляжет ровный снег к утру. И будет нам обоим сниться редко, как застывали губы на ветру. И только сердце будет это помнить, и рваться, и манить в другую жизнь, где так случайно линии ладони в одну дорогу на земле сошлись. Глаза в глаза нечаянно, душа к душе отчаянно, и до утра не гаснет в окнах свет. Всего одно мгновение, двух душ прикосновение, но на двоих всегда один билет. Глаза в глаза нечаянно, душа к душе отчаянно, и до утра не гаснет в окнах свет. Всего одно мгновение, двух душ прикосновение, но на двоих всегда один билет. Сейчас мы хотели бы пригласить на эту сцену одного из основателей конкурса «Новой волны» — Игорь Крутой! София Ротару, Игорь Крутой! Садитесь. Вы знаете, почему я вышел? Потому что сегодня юбилей творческой деятельности Софии Михайловны Ротару. А для нас просто Сонечки. Я благодарен Соне за то, что все 10 лет она была с нами в Юрмале. И хочу пожелать всем нам, что ближайшие 10 лет она также каждый год радовала нас своим творчеством. Я думаю, что следующий юбилей «Новой волны» мы обязательно встретим все вместе. Спасибо! Дорогие друзья, сейчас на сцене вы увидите даже не дуэт,
от трио София Михайловна Ротарова, Игорь Крутой и потрясающий музыкальный инструмент аккордеон. Ура! И помогите нам, пожалуйста. И поехали все. Что-то не так, чего-то не хватает. Мало тепла, и солнце не ласкает. Время любить, ты не спеши прощаться. И если в глазах причина есть остаться. София Михайловна, мы сразу на вас со всех сторон накинулись. Да, спасибо вам. Спасибо. София Ротару, друзья. По-моему, это было прекрасно. И народный артист России Игорь Крутой. София Михайловна, не уходите, пожалуйста, потому что мы хотим вас попросить, чтобы вы... вытянули порядковый номер для нашего конкурсанта, который на эту сцену выйдет завтра. И эту конкурсантку зовут Маша Сапко из Украины. Думаю, она сейчас волнуется больше, чем все остальные. Давайте. Какая? Вот, наверное, вот эта. Давайте, я вам чуть-чуть помогу. Номер 9. Нет, это номер 6! 9. Согласна. Спасибо. Итак, конкурсантка из Украины завтра будет выходить.
проходить под номером 6 благодаря счастливой руке народной артистки СССР Софьи Михайловны Ротару. Браво!